Гриня, Толстун и Ларс встретились своих новых хозяев. В Нефтеюганске зоозащитники организовали выставку бездомных животных. Жителям города показали собак, которые пока находятся на передержке у добровольцев. Например, постоянный дом ищет Линда, которая уже полтора года живет у волонтера Ольги. За это время собака перенесла 7 операций и начала бегать. Каждый желающий мог поиграть и познакомиться с питомцем поближе. Тем же, кто решился на ответственный шаг в рамках акции «Ласковый май, собаку забирай», специалисты вручили сертификаты на стерилизацию, вакцинацию чипирования четвероногих. У меня есть собачка? Маленькая. Тоже отобрали ее, везли топить. Мы ее отобрали, в общем, отбили. Это моя собачка. А эту я взяла мужу. Сюрприз будет. Подарок. Он хотел малыша, чтобы ходить на охоту, на рыбалку.